Есть первая победа в сезоне. Курский «Авангард» в третьем туре футбольной национальной лиги на своем поле с минимальным счетом обыграл воронежский «Факел». Матч проходил при неплохой зрительской поддержке. На трибунах собралось около 4000 болельщиков. Единственный гол был забит на 22-й минуте первого тайма. Куряне удачно разыграли аут. Александр Касьян навесил в штрафную, где в одно касание мяч в ворота переправил Роман Акбашев. В целом «Авангард» смотрелся активнее и несколько раз был близок к тому, чтобы удвоить счет на табло. Гости свой единственный момент упустили на 57-й минуте. На выручку Никите Чигрову пришла штанга. Свисток судьи зафиксировал победу курян 1-0. Очень рад, еще раз повторюсь, что мы это все-таки приобрели мы сегодня. И через такие игры, надеюсь, ребята меня услышат, поймут, что надо двигаться вперед и прибавлять во всех компонентах. Кстати, эта победа стала для «Авангарда» 800-й в чемпионатах России. Разменять 9-ю сотню куряне смогут 4 августа в выездном матче с подмосковными «Химками».